Привиться, не отрываясь от работы. Миф или реальность? В Ленинском округе уже несколько месяцев продолжается вакцинация трудовых коллективов. Обезопасить себя, своих близких и коллег решили сотрудники сантехкомплекта. В конце прошлого года переболел, но, в принципе, в более-менее легкой форме. Вот сейчас последние анализы показали то, что снизились антитела. Вот. Ну и, соответственно, ситуация особо не меняется, поэтому хочется, в принципе, продолжать нормальную жизнь и минимизировать, скажем так, риски заражения. Чувствую себя отлично. Надеюсь, в дальнейшем тоже будет все отлично. 37 работников предприятия получили первую прививку от коронавирусной инфекции. Все по правилам. Заполнение анкеты, осмотр у врача и только потом вакцина. А главное, это удобно. Не нужно брать выходной и стоять в очереди в больнице. По сравнению с предыдущим, грубо говоря, месяцем, если брать месяц, то народ начинает активно вакцинироваться. Люди поняли, что вакцина эффективна. Люди начинают понимать, что это единственное правильное решение. Через несколько недель сотрудники сантехкомплекта пройдут второй этап вакцинации, а пока у коллектива предприятия начинает формироваться общий иммунитет, а значит, появляется чувство защищенности от ковида на рабочем месте. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.